Всем привет! Китайская компания Human Horizons, основанная 2 года назад выходцами из корпорации SAICGM, представила 31 июля 2019 года новый бренд Hi-Fi. Первая модель Hi-Fi 1 представлена публике как готовый к производству прототип, который обретет товарный вид к началу этого года. Шестиместный электрический кроссвен оснащается задним либо полным приводом и 2 моторами мощностью по 200 кВт или 272 лошадиные силы каждый. Разгон до сотни этого пекинского инновационного монстра занимает 3,9 секунды. Батарея емкостью 96 кВт-часов обещает запас хода свыше 600 км в европейском ездовом цикле NEDC. Цикл NEDC рассчитан на прохождение дистанции в 11 км за время около 20 минут. Система NT-Doors обещает задние распашные двери с подъемными секциями крыши. Дверные ручки отсутствуют, поскольку створки с безрамочными стеклами открываются автоматически после распознавания лица с помощью сканера на средней стойке. Хотя заявлено, что Hi-Fi удостоился лишь 3-го уровня автопилота, Hi-Fi 1 уже был оборудован 562 датчиками. Hi-Fi X сочетает в себе эстетику суперкара и элементы внедорожника. Это электрический супервнедорожник с гладким футуристическим внешним видом. Аэродинамический дизайн автомобиля имеет низкий коэффициент лобового сопротивления 0,27. Аэрооптимизированные 20-дюймовые колеса, короткий передний свес и плоское днище для более плавного воздушного потока. Эстетическая форма была разработана для снижения шума ветра и повышения устойчивости при управлении. Колесная база в 3150 мм также увеличивает пространство в салоне, обеспечивая непревзойденный комфорт для всех пассажиров. Что касается управляемости, Hi-Fi X также является лидером отрасли. Hi-Fi X – это первый серийный электромобиль в мире, оснащенный многофункциональным рулевым колесом TouchPad и активной системой рулевого управления задними колесами с автоматическим изменением угла поворота задних колес для более узкого круга поворота и более точного вождения. Супермозг Hi-Fi полагается на 4 контроллера домена и 6 микропроцессорных блоков, которые соединены локальной сетью 1G Internet, передающие данные быстрее, чем традиционные сети. Машина способна беспрестанно обучаться, анализируя огромные массивы информации, запоминать привычки, прогнозировать потребности и принимать решения. Фирма Human Horizons нашла стратегического партнера в лице Yangzhou Ueda Group, у которой есть совместное предприятие с Kia в Китае. На заводе собственного производства Dongfeng Ueda Kia и будут производиться электромобили Hi-Fi. Среди поставщиков мелькают Bosch, Continental, Aisin и Siemens. Модельная линейка сформируется быстро, ведь под фирмой стоят минимум 3 концепта. По идее, бренд Hi-Fi должен стать премиальным безо всяких оговорок, так что цены окажутся суперкарными, чего и следовало ожидать. Спустя год после онлайн-дебюта модели Hi-Fi 1 доработана и переименована в Hi-Fi X. Пилотное производство небольших партий стартовало в конце 2020 года, но поставки клиентам начнутся в первой половине 2021. Запас хода теперь составляет 610 км. Аэродинамический коэффициент улучшен. Разгон от 0 до сотни за 3,9 секунды остается в силе, как и 9 дисплеев в салоне. Голосовой помощник Hi-Fi Go назван активным партнером с искусственным интеллектом, как будто бы он обладает способностью к рассуждению. По словам разработчиков, машина способна анализировать огромные объемы информации и принимать решения, используя облачные вычисления из 6 контроллеров домена, взаимодействующих со скоростью 1 гигабайт в секунду. Как я уже говорил, персонализированный помощник Hi-Fi Go настроен на непрерывное обучение при общении с людьми и окружающей средой и создан он в сотрудничестве с компанией Microsoft. Программируемые матричные фары и фонари, входящие в систему освещения PML, Programmable Matrix Lighting, сочетаются с инфракрасной технологией ночного видения и сами адаптируются к дорожным ситуациям, сменяя 4 режима. Единовременно PML обнаруживает до 6 объектов, включая пешеходов, в пределах 400 метров, даже ночью. Свет можно настроить с помощью штатного интерфейса или мобильного приложения. Есть 7 вариантов интерактивной графики и различные сценарии, вплоть до светового шоу. Музыкальное сопровождение обеспечит британская аудиосистема Meridian, впервые оказавшаяся в руках китайского бренда. Она имеет 12 независимых каналов и 600-ваттный усилитель. Не забыты и запахи в салоне. Ароматизаторы поставляет швейцарская компания Givauden. Появится возможность
создавать свой собственный аромат прямо на борту. Human Horizons создана для исследований и разработок в области инновационных и передовых технологий, интеллектуальной мобильности, а также для индустриализации ориентированных на будущее интеллектуальных транспортных средств. Кроме того, Human Horizons создает интеллектуальные транспортные технологии и способствует развитию умных городов, которые изменят определение мобильности людей. На этом все. Не забудьте высказать свое мнение о возможностях Hi-Fi X в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставайтесь в курсе автоновостей с дачи club.md.ru.